Меня зовут Сычев Алексей, являюсь представителем компании Rigid. Сегодня хотел бы поговорить о желобонакатчике 915. Предназначен желобонакатчик для накатки желобков на стальных, медных, пластиковых, нержавеющих трубах, для систем пожаротушения, водоснабжения и других систем с высоким давлением. Диапазон применения от 1 четверти до 12 дюймов. Желобонакатчик состоит из приводного винта, регулировочного винта и винта настройки глубины желобка. Также в желобонакатчике есть ведущий и ведомый ролики. В комплект также входит ручка для привода. Для того, чтобы накатать желобок на трубе 3 дюйма, мы устанавливаем ее на треногу. Тренога Rigid 460. Фиксируем ее в тисках и устанавливаем наш желобонакатчик 915. Поджимаем его к торцу трубы, затягиваем винт до упора. Желобонакатчик зафиксировался. Дальше затягиваем регулировочный винт до упора, до упорной площадки. Винт затянули, теперь нам нужно настроить желобонакатчик. Для того, чтобы настроить желобонакатчик, необходимо посмотреть в таблицу, которая здесь приклеена. У нас труба 3-дюймовая. Берем 3-дюймовую трубу и делаем 4,3 восьмых оборота в обратную сторону. Оборот 1, 2, 3, 4 и 3 восьмых на глаз. Берем ручку, зажимаем желобонакатчик с помощью ручки и крутим. Прошли, у нас начинает формироваться желобок. Берем еще раз, подтягиваем ручку на пол оборота, не больше. Фиксируем в корпусе и продолжаем накатку. Прошли оборот, зафиксировали ручку, еще пол оборота провернули. Все, желобок прокатали. Снимаем желобонакатчик. Берем рулетку. Берем табличку, которой должен соответствовать желобок. У нас труба 3 дюйма. Длина, диаметр трубы должен быть 3,34 и замеряем 3,34. Значит, желобок получился идеально. А сейчас мы произведем замену роликов.
We'll be right back.